Art and Science – это такое большое зонтичное направление, которое объединяет в себе очень много поднаправлений по технологиям, в зависимости от используемых технологий. Например, те художники, которые работают с биотехнологиями, с различными проявлениями живого, взаимодействуют с биологами, биоарт отсюда произошел. Да? Это одна история. Вторая история – художники, которые в своих практиках используют различные робототехнические подходы и технологии, робототехнику. Это другое поднаправление. Может быть, художники, которые программированием занимаются, да? Различный спектр информационных технологий задействован. Ну, а также такие целый узел нейро- и биомедицинских технологий, тканевая инженерия, генная инженерия, выращивание разных культур тканей, да, нейрофизиологические какие-то проявления. Вот, допустим, там шлем, который снимает, да, какие-то данные работы мозга. Это все тоже укладывается в раздел биомедицины.